Доброе утро, девочки мои. На улице плюс 7 градусов, но ветер и пасмурно. Вытащим носик в окошко. Вот ветерочек и еще дождик передавали, он скоро начнется. Небо хмурое такое, но теплый воздух. И все уже у нас потаяло, лужи и грязь. В общем-то, хочу выйти я сегодня из дома. Птички не поют, видно из-за того, что ветер дует. А вчера пели. А я проснулась сегодня в 6 часов. Уже видео успела смонтировать, оно выводится. И вот сейчас заварила себе овсяночку. Сейчас покушаю овсяночку. И вот сижу, думаю. Я вообще-то знала, что сегодня будет так, плюс 7-8 градусов. Думаю, ну как классно вообще. А потом глянула, а дождь целый день сегодня, до завтрашнего дня будет дождик идти. И я смотрю, ветер усилился, с утра он был слабенький. А когда ветер сильный и дождь, это не очень благоприятная для прогулки вообще-то погода. Вот, поэтому решила я сегодня выйти из дома, так как я уже настроилась, но далеко от дома не пойду. Пойду в ближайшие магазины, хочу посмотреть, походить по магазинам, посмотреть, что там хорошего появилось и... Кое-что мне попросили посмотреть, кое-что мне нужно купить. В общем, прошвырнусь по магазинам. Так что я сейчас завтракаю, собираюсь и пойду. Все, девочки, я вышла на улицу. Смотрите, какая кругом грязь. Все растаяло. Серенькая, не красивенькая. Но воздух теплый. Хотя дует, в общем-то. Ну ничего, пойдем по асфальтику. Долго гулять не буду, ветер неприятный такой, порывы, сколько грязи, а? И лужи, вот они лужи. Все, сейчас занырнем, пойду я в первую очередь зайду в универмаг дешевый. Экономный универмаг номер один. Я почему-то всегда называю его дешевый универмаг. Ну, в принципе, это одно и то же, пойдемте. Ну, вот такой вот у нас универмаг. Он большой довольно-таки. На первом этаже детская одежда, игрушки и женская одежда. А на втором белье постельное и мужская одежда. И я слышу, тут немного музыка играет. Но вот мне музыка это, конечно, не нужна, чтобы играла. Поэтому, если где-то будет она мне мешать, я без звука буду снимать тогда товар. И цену, если эта цена будет там на месте. Тут еще обуви всякой полно. Так, ну что тут? В принципе, вообще такое. Сейчас посмотрю, что чего. Такое вот. Детское тоже есть. Тапочек полно всяких разных. Тут даже, я смотрю, есть медицинские халаты, костюмы. Я этого раньше не видела. А еще вот такие, я смотрю, рабочие есть, халаты, фартуки. Для торгашей, для продавцов. Много всяких разных расцветочек. Классные. Тоже не видела раньше. Музыка все время играет, поэтому я не могу говорить.
А вот и дождь пошел прямо по расписанию. Как передали, что в 11, но в начало 12 дождь пошел. Так, ну он вроде как еще не сильный такой идет, но мокнуть особо не хочется. Так, в общем, короче говоря, заскочу я сейчас по-быстренькому еще фикс-прайсик, наверное, посмотрю сейчас что-то там. Да, я уже запарилась. Вообще, конечно, долго не погуляешь. Это если можно было пальто снять, я его не сниму, конечно же. Так, мы идем сюда, фикс-прайс. Вот. И пока я ходила по универмагу, я уже запарилась. Так, возьмем корзиночку. Пошли посмотрим, что тут нельзя появилось. Ну и возьмем то, что мне нужно. Тут все время распаковывают. Так. Коротенький обзорчик, маленький такой обзорчик, а то я там уже наснимала. Но снимала в основном мужскую одежду, потому что мужская одежда меня заинтересовала. Нужно было кое-что для сына посмотреть. Так, носочки. Что это тут такое? Тарелки новые или не новые? Вот такой экран, смотрите. Но этот большой. 33 сантиметра диаметр. Отбрызг. И очень там реденький, не реденький, наоборот, большие дырочки. В общем, не очень он будет, по-моему, спасать. Так, сейчас я быстренько гляну, что здесь у нас новенького. Сейчас сниму, если что-нибудь найду новенькое. А если не найду, то и не буду снимать. Так, кое-что соседка попросила тоже посмотреть для нее. Да, что-то со звуком сегодня мне не везет. Тут то музыка играет, то кто-то там сверлит вообще. Но вообще, честно говоря, в фикс-прайсе. Но я взяла то, что мне нужно, необходимо. А вообще так нового. Я сегодня ничего особенного не вижу. Вот так что. Особо ничего вам, девочки, не покажу. В принципе, все то же самое. Также подарки на 14 февраля. В общем, распаковывают. Ну, я их вам уже показала. И все. Фух, девочки, прибежала я домой. Короче говоря, не смогла я долго ходить по универмагу, потому что там так жарко. И я вообще запарилась. Я уже чувствую, у меня уже там все, с меня все течет. Я вышла на улицу, там дождь полоскает. В общем, заскочила я в фикс-прайс. В принципе, там немножко там взяла то, что было мне нужно, необходимо. И еще я залетела в Пятерочку, быстренько по списку пробежалась, накидала там то, что мне тоже нужно было по списку. Вышла на улицу, иду, и вся я мокрая, и снаружи тоже дождь полоскает. В общем, капюшон накинула, бегом-бегом прибежала домой. А еще заскочила с горя. Мне еще, кстати говоря, девочки, мне не нравится, когда я снимаю магазин, когда я снимаю товар, а там играет музыка, и я не могу это комментировать. И, в общем, по-женскому там ничего особо так я не увидела. Ну, хотя можно было еще походить, посмотреть что-то. Но я по-мужскому, потому что сын попросил посмотреть там белье для него, что там есть, какие размеры и цены. В общем, я так посмотрела, что нужно, что мне нужно, что мне просили, что мне было интересно. Быстренько посмотрела, что-то поснимала. Все, и вылетело. Не знаю, что это за видео у меня получится. В общем, короче говоря, я уже расстроена, что видео не такое, каким бы я его хотела сделать, видеть. Когда буду монтировать, вообще не знаю, что я там намонтирую. В общем, зашла я в шашлычную, с горя взяла шашлыка. Сейчас я хочу поесть шашлык. И взяла еще помидорчики, огурчики, зелень, в общем, с салатиком. Все это я поем. Но в это видео я уже поедание не буду снимать, в принципе, ничего. У меня это видео, оно как бы другого формата. Я хотела поснимать магазин и, в общем, поход в магазин. Ну, что там я по мелочи купила, сейчас, может быть, кое-что покажу. В общем, что я взяла в Пятерочке? Грудинка парижская, я ее люблю. Решила попробовать вот эти белорусские сочные котлеты. 8 штук, большая упаковка. Но, надеюсь, будут вкусные. Ну, пусть это как запасной вариант лежат. По акции были вот эти вот вкусняшечки. Я люблю такой десерт. Манго и маракуйя. Это самые вкусные. Мне нравятся. Ну, вот взяла по акции 4 штучки. Туалетная бумага. Ну, вот эти шоколадки. Зелень взяла.
Сначала в магазине ассорти, потом у бабушки еще взяла. Пускай будет зелень у меня. Так, творог, сметанка 15-процентная, творог 5-процентный. Чуть-чуть помидорчиков, огурчиков. В общем, хочу сейчас сделать салат, покушать шашлычком. Ну, а в фикс-прайсе я взяла, как обычно, вот эти салфетки в коробочке. Мне нравятся ежедневки. Вот эта вот пастила бельбеевская. Решила я ее тоже взять. Я смотрю, что из печеных антоновских яблок, в общем, натуральный продукт. Но я знаю, что пастила, она очень полезная. Взяла Настюшке теплые носочки. Они такие махровые внутри, вот эти вообще шерстяные. Ну, я хотела их заказать, Васильки их просто не было в наличии, и поэтому пришли другие. А вот эти, ну, хотя бы, чтобы были тепленькие на зиму. Ну вот и все, девочки мои. Покупочки вот такие небольшие я вам показала. И на этом я хочу видео свое завершить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Всем пока-пока.